Во вторник в Самарской области пасмурно, преимущественно без осадков, 7-9 градусов с плюсом, днем, ночью 4-6, выше 0, ветер северный 3-5, порывы до 11 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, но будет выглядывать солнце, днем плюс 9 градусов, ночью плюс 6, северная скорость 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, днем плюс 9, ночью 6, выше 0, северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре облачно, плюс 8, в дневное время ночью плюс 5, северный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 61%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.